Разведка докладывает, что ей известно о координатах поселения Грибатов. Главный базар по перегонке нефти во всем Хазмодане. Усмотрев в этом возможность нанести сокрушительный удар по силам Орды, лорд Лактар отдал распоряжение проникнуть в окрестности Грибатола и положить конец деятельности врага. Лорд Лактар считает, что как только Грибатол будет уничтожен, весь Хазмодан станет совершенно бесполезным для Орды. И они оттянут свои силы к материку Азерот. Победа могла бы обезопасить берега Лордерода и затруднить дальнейшую экспансию Орды. Значит, миссия тут козырная. Разрушить 5 нефтечистных заводов. Так, ребята, погнали. Дается войска. 2 транспортника, 3 батрачка. Так, хорошо, берем чувачков. Иду разведывать островок. Опа, да, уже тролль тут объявился. Так, проходим. О, еще один. О, махач. Назревает махач. Так, идем. Что это, стенки? О! А, их захватить можно. Круто. Круто, круто. Ну-ка. О! Это хорошо. Что вы желаете? Так, еще. Рушьте. Мой повелитель. Так, это пульты на троечку. Опа. О! Катапульты пригодились. О, навалились. Тихо. Блин, своих кацанул. Ты их захватили. А прикольно, оркские катапульты захватили. Типа у них тут стоянка. А я взял и захватил. На троечку прописал, и отлично. Так, что здесь на островке? Ну все, тут, наверное, ничего нет. А, так тут... Ну, катапульты я не зря захватил. Походу, они пригодятся. Наверное, захватывать какой-то остров. Так, ну-ка, давайте, дуйте сюда. Все, тут нифига нету. Так, а цель миссии какая? Разрушить 5 нефтечистных заводов. Ну все, да, тут ничего нету. Все, в начало идем. Батраки потом сядут. Катапульты сюда. Че, пацаны идут. Где-то в этой части карты, походу. Орда засела. Так, 3 кобылы. Где еще кобылы? А, 3 кобылы только у меня, да? Блин, коцаны. 3 пехоты. Значит, 6. И тут 3 катапульты. Блин, у меня кобылы коцаны, это плохо. Так, ищем, что тут. Блин. Куда высаживаться? Везде скалы. Ого. Так. О. Так, разведка. Опа! Ядра. Так, все понятно, там ядреные, вон они. И вон ядреные, да. Опа, отлично. И рубанули. Блин, 1 хп. 3 хп упасть. Ой! Нормально. Че, все у них тут? Все. О, 3 троллика, 2. Сейчас вот так вот их. Бух! Так, хорошо, сейчас вот этих переводим. А, и тут 2 бомжа засели.
Опа! Агров. Ролей. Хатку. Садитесь, ребята. Так, Батраков и эльфа. Сюда. Так, ну по идее, если не агрятся, я, наверное, ход прорубаю. Там где-то должен быть рудник. Так, все, завалим. О. Так, холмогров сразу же. Не-не, надо рудник искать. Так, у них тут колхозы. О, есть! Опа, на хата. Ладно, углубляться дальше не буду. Ой, лаги вышли. Так, слайд-шоу пошло, да? Сейчас кое-что сделаем, сохраняем. Бывает, бывает такое. О, отлагало. Так, где батраки мои? Вот они. Рушим все тут. Вот эти мешки мои, по сути. Так, одного берем. Ну куда ты пошел? Ой, дядя. Строим хату. БАш. Так, колхозы рушим. Ну-ну-ну, давайте, напрягитесь. Отлично, отлично. Так, вот это рубим. Ну, молодцы какие, тык-тык-тык, затюкали. Так, выпилили, дальше. Ну все, как бы немножко я тут освоился. Сейчас все будет ништячок. Так, все, завалили. Отлично. Так, 500. Ну, я, наверное, ферму построю. Ага, хрен. Так, все, навалились. Один на дерево, два на золото. А я в разведку. Так, что наверху у себя? Ага, значит, я на островке, а вот здесь орда. Не, ну круто захватить эти оркские катапульты. Это потешно. Ой, этот летает, палит. Так, слушает альянс. Чувак. Все, все, в экономику ударяюсь. По полной. Пищи, блин. Где этот заблудший эльф? А вот пришел. А, так я, наверное, не проплыву туда. Ну да. И там никак. То есть все, вот эта часть карты мне по сути не нужна. Угу. Отправляемся в плавание. Так, значит, весь упор будет вот здесь вот. Вся движуха. И мне про все 20 косарей голды. Отправляемся. Фу, блин. Ферма, ферма надо, пацаны. И леса надо. Что-то мало батраков дали. Я вот этих пацанов бы в батраков бы переодел. Эльфов. Пускай бы работали. Отправляемся в плавание. Строй, молодец.
Еще надо соп... О, корабль! Буль. Тихо, блин. Ай-яй-яй! Ой, зря как. Подфигачили. Буль. Все, все, не лезем. Блин, жалко катапульту. Так, есть доски. Сейчас с кризиса буду уходить. Так, бомж этот летает. Какие будут распоряжения? Если где-то штук 5 бы дали бы тропов, было бы круто. Ну ладно, нормально, сейчас вытащим. А, еще одну ферму надо. 500 золота. О, как раз вот по мешку принесут, будет 500. 100. Так, 400. Ну, 500, молодцы. Все, один на доске. Все, нормально. Сейчас он как раз натаскает. Батраков буду клепать. Потом, ну потом увидим, что потом. Блин, долго я разница. Все-таки за Альян сложнее миссии, чем за Орду. За Орду проще как-то там раз, шлепнул. А тут посложнее, посложнее. Какие-то у них здоровские миссии. Так, этого на золото, всех на все, на золото. Блин, так я и по фермам опять проседаю. Блин, я вот не помню, сколько надо ударов сделать по елке, чтобы он доски занес. Там штук 50, по-моему. 50 ударов, походу. Я не помню. Ну, где-то так. А может и 100, хрен его знает. Не, ну 100 много. 50 вполне возможно. Так, ферма, ферма. Фермочка куриная. Chicken Farm. Она называлась. В английской версии. Ну, то есть называлась, называется в английской. По-моему, chicken. Или просто фарм. Я не помню. А, ну чё я? Чё я фигнёй маюсь? Милорд. Милорд. Тик-тик-тик-тик. Что ж там у них за лаги? Грим Батл. Это по Олопандах сейчас сделали. Вот это БГ. Типа Ола. Песчаный. Я там еще не был на этом, на Гримбатоле. Так, хватает золота. Строим ферму еще по КД, по КД. Не жалеем. И батраков по КД. Чтобы бабла много было, ресурсов. Чтобы вот с этой ямы пищевой вылезти. Потому что войск много, а ферм мало. Так, ну все, нормально. Давай лесопилку сейчас замутим. Где-нибудь здесь. Тут уже орки он повырубали. Так. Сколько надо? 400. А, 600-450. И этот бомж вонючий летает. 50 досок еще надо. О. Все, понеслась. Батрачка еще одну. Этого на елке отправим. Ну все, сейчас потихонечку. Верфь вот достроится, верфь пойдет. Хватит батраков. Так, это что? Посторонние на территории. Ту-ту-ту. Все, готово. Будь сделано.
Так, сейчас, секундочку. Ой, блин, я тут. Так, верх строится, все, плюс 25. А, то есть я строю сопилку и плюс 25 к добыче дерева. Все, отлично. Так, начнут поседать потиху я по фермам. Сейчас все разрулим. А построю две этих. А, че одной-то? Толку-то с одной. Так, все, доски, ребята. И кузницу можно еще замутить. А, нет, по-моему, нужна казарма, чтобы грейд-хаты сделать. Так, стрелы нафиг надо. Так, купаем. Можно вышку, кстати, построить. Так, чисто для красоты. Пускай будет. Ну, как бы, типа, охраняется. Ой, ты что стоишь тут? То? Сюда, блин. Так, стоит там у кого-то что-то. Казарму. Понял. Что там? Шлепнули его? Летальщика этого. Летальщик устроили летальный исход. Так, все, 450 есть. Эту казармочку. Погнали, пацаны. А ферму надо строить. Вот где-нибудь тут. Он пропустил так. Все нормально. Кораблики можно штамповать. А, мне еще нефть надо. Капитан! А, тут рядом нефтяное пятно, отлично. Тык. А, так, очистной завод. Это они нефть сюда таскают где-нибудь. На краешке. Не, вот здесь вот лучше. Капитан на мостике. Пускай по-тихому добывают. 350 для них. О, еще 25 досок. Есть. Ну все, они будут сюда таскать. Как раз. Чик-чик-чик-чик. Отправляемся в плавание. Нефти надо дофигища. Тащите доски, пацаны. Ну, обленились, что ли? Капитан на мостике. Отправляемся в плавание. Ну все, и хватит, наверное. Нефти мне. Ну, это хорошо, что меня тут еще не штурмуют всякие орки. А так бы еще отвлекался на атаки эти всякие. Все нормально, танкеру хватит. Так, отлично. Оп, навалились. Говно булькает. А, ну, 2000. 5 лаги. Не к добру это. А чё вы? А, вот, только построил. Так, литеечку. Там апгрейды. Обязательно. Капитан на мостике. Отправляемся. Ладно, я иду в такую. В разведку. Ох ты! Где катапульта? Не углядели. Ох, ё-моё! Первый левел. Ой-ой-ой. Так я их сейчас поведу к себе.
Да, и по пище я просил. Вот круто. Быстрее ваншотим. Нет, не ваншотим. А-а-а, так утопили ж корабли. Ё-моё, идём на выручку, быстрее. А, ну они нормально, они меня там не гасят. Нет, начали что-то. Они за танкерами охотятся. Сразу вот этого бомжа. Огонь, огонь! Бум! Все, отбили, отбили. Все, линкоры по КД. Ага. По говне. Фу, движуха пошла, пошла. Давайте так, броню, обязательно броню. Это... И на доски. Блин, так я что, весь лес вырубил? Фигово. Так, линкор 1500 и 1000, нормально. Так. Все, все на лес навалились. Чтоб все чистенько было. Так, что дальше в разве? Так, там, в принципе, можно их согреть. А тут никого нет. Так, пушки сколько стоят? Ну, нормально. Отправляемся в плавание. Все, сейчас линкоры сделают свое дело. Скипер. Капитан на мостике. О. Скипер, капитан. То есть линкор это как катапульта на плаву. Скипер. Да, капитан. Скипер. Будет сделано, сэр. Да, капитан. Отправляемся в плавание. Тут, короче, весь бой на кораблях замешан. Бу. Отправляемся в плавание. О, пошла моча. Пушки. Так, сколько? 2000. А что не хватает? А, дерево. Все, хватает. Блин, засранец строит. Огонь! Круто, вот это мощь. Мощь всего Альянса, блин. Круто. А, тут, наверное, вышки мне будут сопровождать их. А может и нет? О, у них тоже джига. Бубу. И все. Отправляемся в плавание. Так, вот это всех лучше вырубать, чтобы потом в конце не искать. Так, вот, а, литейка. А мне очистной завод надо. Работа окончена. Отправляемся в плавание. Вот первый очистной завод. А, во, 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 пасется. Да, капитан. Да, капитан. Кипер, будет сделано. Тут защита галимая. Тут чисто линкор его. И вышка не достает. А вот если бы катапульты они пригнали, то да, да. Капитан на мостике. Блин, кто там? Все, у меня четвертый левел ведь. Что они мне сделают? Отправляемся в плавание. Кипер. Нифига они мне не сделают. Бу. Сейчас тролля за ваншотим. Ну все, да, золото это еще. Рудник кончился. Ясно. Кстати, вот это плохо. Отправляй. Ну, зал. Отходим. Вот сейчас бережем. Все, это мои последние корабли. Есть, капитан. Будет сделано, сэр. Есть, капитан.
Огонь. Блин. Сначала все зачищаем. А, ну все, вот, блин. Не-не-не-не-не, ребята, не. Аккуратненько. Ой, достает. Еще все, последнее. Все, а вы не лезьте, не надо. И так завалили. Все, пятый, кажись, пятый. То есть раз, два было, три, четыре, по-моему, тут где-то пятый. Вроде бы. Да, отлично. Отлично, отлично. Кто там? Сержант. Фу. Нормально. Все, ребят, до следующего.